Кино на ТВ-РОС. Нам, наверное, надо разойтись. Ты хотел сказать развестись? У меня появилась другая женщина. Чемодан в кладовке. Я не собираюсь никуда уходить. У нее нет квартиры, да? Она боится. С чего бы это? У нее такое чувство, будто она совершает кражу. Напрасно. Кража не в особо крупных размерах. Тем более за нее она получит пожизненное заключение с таким типом, как ты. О, пришла. Ой, здрасте. Вы же сказали, что ее, что она... Не обращай внимания. Все будет хорошо, слышишь? Мой гость очень пунктуален. Гость? Угу. Познакомь меня с твоими гостями. Знакомьтесь, Евгений Александрович, мой бывший муж. Ты что, всерьез решила выйти за этого сосунка? Здоровья, счастья. Я счастлива, что так получилось. Ты бы им еще горько крика была. Но это мы как-нибудь без вас. Аристарх Ливанов, Дмитрий Исаев и Елена Полякова. В фильме «Квартет для двоих». В воскресенье на ТВ-РУС.